Приветствую на канале «Финансовая жемчужина». Один из богатейших людей мира, Рэй Далио, считает наличные деньги мусором. Об этом он успел рассказать на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Что посоветовал успешный и богатый бизнесмен всем нам? Почему он так скептично относится к доллару США? Куда Рэй Далио советует вкладывать деньги? И какие шансы финансового кризиса в наступившем 2020 году? Обо всем этом я расскажу прямо сейчас. Деньги – это мусор, кэш и трэш. Так себе позволил выразиться один из богатейших людей в мире – Рэй Далио. Он имеет в виду наличные деньги, которые правительства всего мира печатают фактически без какого-либо контроля, в результате чего инфляция буквально пожирает ваше богатство и делает каждого из нас беднее каждый день. Рэй уверен, что правительство не остановит печатный станок, потому что так устроена экономика. Чтобы она развивалась, нужен постоянный приток денег и самый простой способ их добычи. Взять и напечатать еще. Вот почему всем тем, кто не хочет становиться беднее, Далио советует выйти из наличных, не собирать их у себя под матрасами и в банках. Деньги должны работать, и это безусловный факт. А в 2020 году это тем более актуально, поэтому их нужно вкладывать в различные активы. Но миллиардер предупреждает, действовать следует осторожно. И если вы хотите запрыгнуть в уходящий поезд фондового рынка, который сейчас раздут, это будет абсолютно неправильное решение. Рэй Далио считает, что разумным поступком будет диверсифицировать свои активы, чтобы в случае обвала фондового рынка или другого катаклизма вы не потеряли все, а возможно и заработали на росте других рынков. Для этого нужно быстро и обдуманно принимать решения, не дожидаясь, пока другие обогатятся на кризисе. Мы с вами знаем, что все ключевые события происходят на западном рынке, а международный бизнес, как и Рэй Далио, говорит на английском языке. Поэтому владение английским – один из важнейших навыков, который поможет вам узнавать свежие новости из первых уст, смотреть интервью богатых и успешных, не дожидаясь перевода на YouTube, и как результат быстрее остальных реагировать на ситуацию в финансовом мире. В изучении английского вам поможет онлайн-школа Inglix, в которой профессиональные преподаватели проводят персональные уроки по скайпу. Благодаря этому вы можете заниматься с любой точки мира в любое удобное время. За 9 лет работы команда школы разработала более 10 разнообразных курсов: английский для бизнеса, путешествий, IT, подготовки к экзаменам, разговорный с носителем языка. Первый урок в Inglix бесплатный, а до 29 февраля для новых учеников действует скидка 35% на любой курс по промокоду New English. Ссылку на школу оставлю в описании и напомню один из жизненных принципов Рэя. Ключ к успеху – это постоянное обучение и совершенствование. Выбором номер один одного из богатейших людей в мире является золото. В него Рэй верит безоговорочно. Он считает, что у желтого драгоценного металла хорошие перспективы, и в ближайшие годы золото станет активом для многих инвесторов. А вот предложение приобрести биткоины миллиардер назвал не самой отличной идеей. Что же думает Рэй Далио о биткоине и наступающем кризисе 2020? Об этом поговорим через секунду. Рэй Далио скептически настроен в отношении биткоина, потому что криптовалюта – это не деньги. Он заявил, что есть две основные функции денег – это средство обмена и сохранение стоимости, а биткоин не обеспечивает ни одного из них. Также миллиардер считает, что биткоин не может быть деньгами из-за высокой волатильности, то есть цена первой криптовалюты совершает значительные скачки, а такие активы, как золото или государственные облигации, чрезвычайно стабильны, а их цены испытывают мало изменения. В то же время активы с высокой волатильностью, такие как криптовалюты, быстро и агрессивно растут и падают в цене. А вот о том, надвигается ли жуткий экономический кризис, тут Рэй Далио поддерживает точку зрения такую. Пока не точно. Несмотря на всю его критику капитализма и того, что у США больше нет волшебной кнопки «деньги», потому что ключевые ставки и так находятся на крайне низких уровнях, и их дальнейшим снижением не получится сильно ускорить экономику, тем не менее, на наступление краха экономики в 2020 году Рэй Далио дает шанс всего 20%. Хоть и считает, что в ближайшие 5 лет пушистый зверек все-таки постучит в двери каждого, и поэтому следует заранее диверсифицировать свои активы, чтобы потом не кричать «караул». По мнению миллиардера, в 2020 году в США не наступит рецессия, но это может произойти позже, уже после президентских выборов. Далее считает, что ФРС уже исчерпала возможности стимулировать экономику США монетарными рычагами. «Раньше вы нажимали кнопку, и экономика росла», — добавил он, отметив, что процентная ставка ФРС
IFRS на очень низких значениях. К совету о диверсификации активов рекомендую прислушаться. И, кстати, это один из самых важных советов, который Рэй Далио может дать каждому человеку. О других я рассказывал в ролике на канале, поэтому настоятельно рекомендую ознакомиться с ним. Как видим, Рэй Далио очень перспективно оценивает золото, считает наличку мусором, а к биткоину относится абсолютно скептически. В комментариях под видео можно и даже нужно оставить свое мнение, согласен ли ты с известным миллиардером, или же у тебя другая точка зрения. Не забудь подписаться на канал и включить уведомления, так я понимаю, что создаю ролики не зря, и уже буду в процессе работы над новым материалом. И на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Это канал «Финансовая жемчужина». Подписывайся, думай, богатей.